спрашивал молодой человек, какие мест, где они живут, а чтобы они жили как люди, и чтобы их уважали, их культуру, их язык, их традиции, их праздник, их историю. Я считаю, что когда вот так доходит почти до драки, то первым, наверное, должен сделать шаг от опасной черты тот, кто сильнее и умнее. Будем надеяться. Имеет однозначную антироссийскую направленность, обладать огромной прозорливостью, чтобы спекулянты...